Всем привет! Сегодня у нас 30 апреля. Совместное открытие Усолье-Сибирское и Ангарск. Сейчас предложил там вчера, короче, встретиться на заправке иркутянам, ну, чтобы вместе поехать до Усолья. Не знаю, кто приедет, кто нет. Ну, вроде Серега должен. Я вчера немного покатался, помыл его, ну и там проехался там до Ангарска, туда-сюда, где-то 176 километров. Так, ну подъезжаю. Не знаю, кто там первый будет, я или они. О, кто тут стоит? Видать. Нет. Вроде бы убийствовало. А я в основном там стою. Приветствую. Здорово. Здорово. Все, без тебя не пустят. Здрасте. Привет. Давно стоите? А, да нет. Смотря кто, да. А, ну да. Вроде еще Серега с Жанной должны подъехать. Много народу должно быть. А просто это, я вопрос задавал, и никто ж это не отвечает. На 130. Привет. О, у него шлемаш, как у меня. Бери, не пожалеешь. Если тема рабочая, почему бы не дать? Рабочая, да? Ну, лучше, видать, не влажная, просто тряпочка. Что-то смотрю, вот я разверну. А, сейчас это продует. Это с одной фарой, как у меня раньше. Тоже всегда думал, а что у меня лампа перегорела? Всегда прикалывал. Заебали. Нормально все с фарой. Тоже блогер с камерой. Здорово. Че, собирайте здесь сборы, да, собрались? Ну, а? Да, здесь собираемся, отсюда поедем. Так, что, Серега, я тебя не дождался. Все, поедем. Прижимаются.
что-то. Так, приехали. Там, смотрю, Макс стоит. Пойду схожу. Приехал? Короче, ты на электричке, да? Да, добрался. Ну, так и не помыл, грязнули. Грязно там, в бою не видно. Ра. Что подумаешь? Чё? Привет. Я помылся вчера, цепь, а, прокатился. Операция опять снова. Да, ты, ну-ка давай улыбайся. Это, прокатился на 176 километров, потом цепь смазал. А ты давно тут? Я только подъехал. А, только? Только. А? Вот. И на пробеге тоже мы с ним были. А он где сейчас? Санька, вон он. Сейчас, подожди-ка. На вот этом пробеге, да? А у меня... На этом были. Таких вот нету. Я не был на таких. Ты на него не был. Ну. Это... У него горшочек был прикольный. Горшочек? Детский? Ты про шлем? Я думал, это туалет. Они там едут, а я, короче... А мы вот в Иркутске собрались. А я Жанну... Ну, вот в основном. Это... Серегу не дождался. Мы уже в 10, блядь, 5 штаны спадывают. Сейчас, подожди, надо настроить. Еще люди подъезжают. Это, может, Сангарска? Ага. Макс, ха-ха-ха, собираемся? Здорово! Хорошо. Так, 10:30 же собирается. Подходи! Все, Дед Мороз! Привет, а я у тебя вчера спросил, поедешь? Нет, ты что-то молчишь. Я сегодня ответил вчера. Ну а все, привет, у меня телефон уже в кофре, так что у меня нет с собой. Ну, мы приехали. Небольшой колонн. А мы что-то там подождали нафиг. Ну и смотрю, уже в 10 минут. Чик-чик, да и поехали. Я, в общем, не Жанну с Серегой не дождался. Вот беленький какой-то шеей. Полицейский. Наверное, ангарский валет. Я с чего подойду? Ага, понялся. Да. Я рядом сейчас с одним ехал. Тут мне музыку нахрен не слыхать, но он с двойкой был, как он умчался. О, нормально, теперь хоть слышно. Да я с музыкой тоже. Так, Дед Мороз тоже поставил. Так, сколько обошлись? 6 копеек. Ну там уже селок. А усилок давай где? Усилок вон он, там же флешка. А, там, флешка. Да, пульт. А, пультик, ну. Пойдет. О, какой мелкий. Угарно. Ну все, как-нибудь это. Послушаем потом. Да, конечно. А я думал, ты вчера ответишь что-то. Не, ну, я ой, я нас вчера... снимают. А, ну это для ангарского будет этого ролика. Я, получается, мы позавчера там тоже бандык. Ну еще обруливать надо. Так, собираемся потихоньку. Колесо подспущено.
Димка, ты на чем приехал? А? На чем приехал? С вышки. А, там где-то стоит, да? Макс, что, очередь за чаем занял? Это чтобы они специально все делали, чтобы опасались по дороге. Сейчас напоят, а туалетов-то нет. Извините. О, ни хрена ты брился. Что у тебя там на ногу? У меня так было, я это бровь сбрил. Потом думаю, блин, мне надо это... Загардан паспорт делать, пол брови нет, ждал, пока отрастет. А да, а еще и усы были, я хотел это гитлеровский сделать, и вот дальше классно было. Здравствуйте. Здравствуйте. Контент. Так, что, самогон, да? Чайчик, кофе сейчас будет. Здорово. Вообще было. Я как стиральный машин. Я назад потом ехал, там еще две аварии как бы видел. То колесо у кого-то. О, а это вы где, что нам? Нет, а кто раздает? Где? Вон тот дядька. Он же дядьки. Сразу не борода, да? Да. Нет, без бороды наоборот. А. Привет. Здорово. Здорово. Так, подожди, где? А! Понял. Я хочу. На? Так, сейчас деньги что ли надо? Хочешь сейчас, хочешь там. Давай там. Пока разница. Или сейчас. Ну сейчас подожди. Мне просто камеру выключить. Сейчас, секунду. Так, уже новый прибамбас. Там уже. Мы с тобой одной крови. У меня тоже третья. Плюс. Езжайте рядом, Коля. И это, пока я это сказал, я сразу представил этот мультик про Шерхана там, да? Я вообще про него и подумал. Ты и я. О, привет. С праздником. А ты что, без волос-то этих? Без волос, без волос. Подстригся, что ли? Для разнообразия. Дреды. Йоу, а то внедорожник. А с кузовом-то что интереснее? Там знаешь, сколько пива можно? Кстати, а это что, пиво там продается? Ну да, будет. По адекватным ценам сказали. Слушай, так давай, может, а где будет? Какой прикольный, да? На этого походит, как мы собака с тобой видели. А, мопс или? Ну этот, на бульдога, этот сразу на мопс. А мне вот интересно, Жанка приехала. Да ничего, потянет. Привет. Первая колонна. Да, сейчас еще, наверное, подъедет. Сейчас это, еще да, не все. Первых спортоводов меня пропустят, да? А там же скажут, как это эндурики всякие, это вот как ты в конце, а дорожники посередке, как и турэндуры, как и я. А впереди вот я. О! Здорово! Ольга, привет! Это... А я думал, вы на этом, на итальянском. На апреле неудобно. Я кайфую, а на том сидеть вот так не хочу. Ты комфорт уважаешь, да? Да, конечно. Ну, правильно. Танки наступают. Да, они, мы их обогнали. А тихо так-то едет. Тот первый шумнее. О, рейсер.
Все нормально, все есть. Но. Я просто боюсь ему пятеру давать, а то он завалится на мотороликом. Да, пятеру, конечно, не надо. 650-очка. Да, они у них вот жидкие. 650-ка. А рядом сегодня со мной 800-ка ехал. А я что-то фотик не брал. Ты знаешь, кто приехал? Вот. Здорово. Дорожники просто где-то в ахуе ходят. Да ёб твою мать, куда они идут? Здорово. Здорово, парень. Че, как дела? Хорошо, хоть краску не сняли. А это ты кому шапки принес? Мам. Макс, примеряй. А мне поменьше. Маленький есть. Вау, нормуль. Димка, сфотай его. Димка, сфотай его. Скажите, как его зовут? Дуратино. Макс, я это к Сереге подойду, вон они подъехали. Опоздуны. Мы ждали, ждали. И это... Не дождался нифига. В 10 минут. А у нас толпа была. Человек 20-25. И это... Ну, я думаю, что мне одному-то стоять вас ждать. О, привет. Да, нормально. Ну, обновился? Что? Обновился? Как? Здорово. Ир, привет. Ставь, не очкуй. Ставь, говорю, не очкуй. Здорово. Да нет, надо уже каска. Каска мешает обниматься. А вы это, сейчас толпой собирались где-то? На БРК. Ну-ка давай посмотрим твой аппарат, давай, резину. Давай. Ты мне ж просто профиль резины скинул, а вот как марка-то? У тебя такая же резина была. Это же... Пирелли, что ли? Не, это Мишка у тебя, Мишлен. Да, Мишлен. 120. Я пока стояла. Только на нем она смотрится. Видишь, я говорю, поставил фонарик. Ну. А, вот и другое крепление, да? Кронштейн пришлось сделать. Он металл. Сам делал? Ой, да вот ты вообще мастер на все руки. Если что, я обращусь. Если есть чем делать, все под рукой. Все. Конечно, материал-то если есть, инструмент. Это я вчера тоже пока повторно. А где что-то здесь сделал? Съемное. Ага. А я взял на всякий случай это. Короче, поставил я там себе эту. В общем, да, гелевая подушечка. Мне нравится. Не устраивает. Ну, кстати, мягче, чем. Мягче. Ой, люлька. Здорово. Привет. Привет. Здорово. О, у меня все тички отжали. Так, ну что, потереться-то нельзя, что ли? Ой, ты полностью. Что, нравится аппарат, да? Да. В каком режиме сейчас снимаешь? 2.7К, наверное? Нет. Олега! Что, он мне факт показал?
подойдет, наверное. Не может, видишь, какая личность. Все его тормозят. Он пан генерал идет. Тима пан генерал. Здравствуйте, дядя Сережа. Как твои дела? Сезон начался. Я думал, там еще звон. Здорово! Блогеры чешешь? Конечно! Так, контент-то надо. А ты зачем это? 15 скинул, тебе потом как газанешь и сдует. Да. Они вот, вот эти вот. Я начал набирать, а он набирает за сука живота. Он стареет вместе с ним. Живота он набирает, вес-то. В жилетке был. Ну тут столько народу сейчас. Инструктажей. Я знаю, что вы все умные. Короче. А где журнал инструктажей у него? Там же все расписаться должны. Ну по идее, да. На походе там. Илюха! Здорово! Качок! Смотри, там банки-то накачал! Банки накачал! Что тут? Ниже можно? Сережка ржет. Поздравляю вас с открытием фотосезона! Ура! Ура! Давайте сделаем так, чтобы праздник остался праздником. Давайте, да. Все, я поехали праздновать. Любая ошибка в мотоколонне сломает праздник для всех нас. Поэтому я вас прошу по-человечески, по-дружески и по-братски вести себя в колонии адекватно, то есть без лишних газований, без подъема в стопе. Я знаю, что вы умеете ездить классно и быстро, но сегодня давайте проедем аккуратно. Доезжаем до площади, аккуратненько встаем, делаем быстро фотографию, потому что время пошло, нас ждут ангарчане. Снова садимся на мотоциклы и также безопасно едем в Ангарск. В Ангарске останавливаемся, проводим повторный инструктаж. Прицепляются ребята, которые не успели сюда сегодня приехать. И дальше едем праздновать на турбазу Китой. Такие моменты. По городу едем парами. Парами это вот так вот. Два мотоцикла, небольшая дистанция, два мотоцикла. Веш город, как только выехали с Усоля, становимся в шахматный порядок. То есть пары раздвигаются. Расстояние между пилотами. Примерно с мотоцикл. Для чего? Для того, чтобы совершить маневр. Этот мотоцикл, видишь, что у него там палка лежит или что, он должен не на этого смотреть в зеркало, а безопасно вот так вот сделать маневр, тест, и переставиться. Это точно так же. То есть просто будьте внимательны, чуть-чуть раздвигаем. Между парами расстояние, чтобы вошла машина. Если нас будет обгонять машина, отпускаем, не надо ругаться. Если будет нагло сильно, мы наведем порядок. Знаки в колонне. Яма там, да, препятствия справа, слева, две ноги, это, ну, все знают, лежачий полицейский. Очень важный знак. Один палец вверх, выстраиваемся по одному. Все команды дублируем. То есть, если ведущий показал вот так, как бы мы ни ехали, мы сразу становимся веревкой. Это делается для того, чтобы обойти какое-то препятствие, закрытый поворот и так далее, отсекающий, и команда ведущих командует. Оставляйтесь по одному. Два пальца вверх. Становимся снова парами.
если в городе пара вот так вот еще раз, если за городом в шахматном порядке. Пока отсекающий не пока. Серёжа на лесопеды. Так, пойдем. Так, где?